До Международного дня борьбы с туберкулезом у Гомеле проведут акцию «Белый рамонок». Это совместный проект областной организации «Червоного крыжа» и туберкулезной клинической больницы. На площади повстания с 10 до 14 годин будет працевать пересовный аппарат «Пульмаскан». Жадающие смогут пройти обследование и отримать консультацию фтизиатра. Волонтеры предоставят информацию об симптоматике, шляхах передачи и профилактике захворывания. До речи, отримать отказы на свои питания жихары региона смогут подчас с прямой телефонной линии. Я на пройде у областной туберкулезной клинической больницы 22 соковика с 10 до 14 годин. Номер телефона у Гомеле 31 55 45.